Вслед за презентацией Apple прошла не менее интересная презентация японского бренда Sony. Сейчас все подробненько и по полочкам расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, а это итоги презентации PlayStation 5 Showcase. Поехали! Сначала нам 30 минут показывали трейлеры игр, которые мы уже видели. А потом пошло самое интересное. Во-первых, PlayStation Plus Collection. Подписка позволит играть в лучшие игры с PlayStation 4 на вашей новой консоли. А это значит, будет обратная совместимость. И будет она платной. И вот мы переходим к самой консоли. Не перестаю повторять. Выглядит она очень круто и интересно. И вот самое главное – цены. Две версии – PlayStation 5 за 500 баксов и PlayStation 5 Digital Edition за 400 зеленых. И как мне кажется, это очень приятная цена. Старт продаж 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Во всех остальных странах консоль будет доступна с 19 ноября. И да, я все максимально сжал в этом ролике, чтобы сэкономить ваше время. Если хотите посмотреть полные видосы, то прошу на канал Sony. Там все трейлеры будут доступны. Ведь давайте честно, самое главное – это цена. И теперь она официально известна, с чем я вас и поздравляю. А как вам презентация Sony? Понравилась? И вообще, планируете ли себе брать Sony PlayStation 5? Пишите в комментариях. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы, как и всегда, были на канале Копипаста. До связи!